На территории Брестской области в 2017-м при неправильном использовании маломерного судна погибло 2 человека, столько же в 2018-м. В этом году на Брещине не произошло ни одного несчастного случая. Трагедия случилась в середине января на озере Освейском в Витебской области. Из-за сильного ветра произошло опрокидывание маломерного судна. Погибло 4 человека, все находились в спасательных жилетах. Самому молодому было 29 лет. Гибель произошла при соблюдении правил плавания в разрезе комплектации, эксплуатации спасательных средств, но нарушений условий плавания для маломерных судов. Погодные условия таковы, что если выходя в плавание мы наблюдаем комфортную погоду, то резкая смена, приход атмосферных фронтов, вызывающие сильное волнообразование на водных объектах, усилит волну до 1 метра. В основном эксплуатация маломерных судов с диаметром борта или высотой борта до 40 сантиметров разрешена при высоте волны только 20 сантиметров. Даже находясь в спасательном жилете, вероятность гибели в холодной воде очень высока. Особенно при сильном ветре и большой волне, говорят в инспекции. При сегодняшней температуре воды на водоемах и гибель человека, оказавшегося за бортом судна, наступит через 15, максимум 20 минут. На водных объектах происходит понижение температуры ввиду смены погоды, обледенение бортов судна, где необходимо особое внимание обращать при передвижении судна, при выходе судна на воду и при эксплуатации его на водном объекте. Цените свою жизнь, соблюдайте правила пользования маломерными судами.